Я иду вот сюда, чтобы сделать вот это. What the fuck, Все бон-пари, между прочим, что бы ты там вообще постоянно не говорил. А я постоянно говорю. Да, вот заткнись. Лучшее бон-пари – это фиолетовое. Это как у Якубовича шкатулку с деньгами найти. Че, пацаны, сейчас что это, едем да, показать этим питерским забиякам, кто здесь? Кто, да? Давай только договоримся, ну, перед выходом, кто? Ну, чтоб я понимал. Кто я? Давай так, ты пират, ты котомка. Спасибо. Я хочу быть котомкой. Сейчас, короче, вырываемся и, типа, делаем свое дело, типа, на максимум. Ну, короче, по классике все, да? Давай, как обычно. Да. Давай. Да, иди нахуй. Блин, пернул конкретно вообще. Короче, прихожу в Kicksbox, значит, вижу, он же Будда заходит. Он находит вот эту футболку. Так. Идет к продавцу. Есть такая XL-ка или BL-ка? Нет, осталось только XS-ка. Я беру у же, говорю, теперь она моя. What the fuck, yeah! Поехали! И вот вся шумиха села. После шумной компании всегда. Остались только, как всегда, мы втроем и три огуречика. Предлагаю продолжить вечер. Клеит на столе шантаж. Все, что захотим, отдашь, давай. Надо, знаете, что сделать? Кто-нибудь, чтобы за все влоги посчитал все рукопожатия. Любим. А он не сможет посчитать нормально. А он постоянно считает, пиздец, как странно, типа, 1, 2, 3. Вот, ребята, на парах в Петербурге будете, смотрите, что надо выбирать. Сейчас покажем. Средний парапаренности лосось и рис, друзья. Это просто fucking delicious. Если вы хотите узнать, типа, какую рыбу есть, где ее покупать, как правильно ее готовить, пишите в директ Кириллу, он всегда вам подскажет. Он абсолютный эксперт в рыбе. Ну все, пацаны, на сегодня день закончен. Мы просто сделали Петербург вообще по красоте. Постарайся. Вот. Да. Лицо такое было. Руки, руки, руки. Всем доброе утро, мы идем в аэропорт пешком. Сейчас полетим в Москву, ну и дальше все увидите сами. Че ты куда? В Москву. Ну погнали. Че не гоним? Ну поедем. Сейчас. Как закончить эту сцену-то? Решение найдено. Посмотреть, как выглядит туалет в бизнес-классе. Он выглядит ровно так же, как и везде. Просто единственный плюс, если ты здесь будешь пердеть,
то это может услышать пилот. Вот ты сидел, тебе хорошо с твоими длинными волосами. Тебя не попросили убрать наушники, да? А нас попросили наушники. Да, убрать. Нас попросили дважды снять наушники. Мне кажется, это связано с тем же, что типа если что-то, они вам скажут какие-то, что-то произойдет, они вам скажут какие-то действия, которые надо сделать, но если вы в наушниках, вы это не услышите. А что, почему тогда, когда мы летаем Аэрофлотом, постоянно там не просят? Да. Или Аэрофлот такие, да не, у нас все под контролем, мы не планируем падать. Сидите в наушниках. Да. Ну что же, я дома. Я покушал, переоделся и гоню теперь. Знаете, что сделать? Нет, не знаете. Друзья, я иду вот сюда, чтобы сделать вот это. Все, друзья, я обновился. Теперь я светло-синий. Не хочу говорить кликбейтовыми названиями. А домой всю. Вась, как тебе прическа папы? Прическа. See you soon, guys. Yeah. Yeah. Yeah.